Фонд «Ашана» работает в Абхазии уже 7 лет, спасая жизни наших маленьких соотечественников. В этом году было принято решение расширить географию деятельности, поскольку очень много людей, живущих за пределами Абхазии, тоже хотели бы оказывать помощь попавшим в беду детям. Так родился международный проект «От сердца к сердцу». Акция продумана таким образом, что каждый желающий, независимо от рода деятельности, может внести свой вклад. Участники проекта передают друг другу символ акции – хрустальное сердце. Задача этого проекта – объединить наших соотечественников по всему миру и оказывать друг другу помощь. Сегодня у нас будет первый благотворительный концерт в рамках этого проекта. Даст его детский хореографический ансамбль «Гагрипш» из города Гагра. Нам очень приятно, что первыми откликнулись именно дети. Это очень трогательно, очень символично. Художественный руководитель ансамбля «Гагрыпш» Тенгиз Кокубава, узнав о проекте, сразу принял решение взять на себя эту благородную миссию. Так ансамбль стал первым обладателем «Хрустального сердца». Проект поддержали родители участников ансамбля и руководство администрации Гагрского района. И вот юные танцоры впервые на гастролях в Москве выступают на сцене ГИТИСа. Несмотря на 2000 километров, оставшиеся за плечами накануне, ребята с азартом показали все свое мастерство. В репертуаре ансамбля танцы народов Кавказа и русский народный танец. Особенное тепло зрители принимали выходы младшей группы ансамбля. Не обошлось и без сюрпризов. Дети показали дефиле национальных костюмов. В концерте также звучали эстрадные песни. Узнав об акции, принять в ней участие захотели начинающие художники из Гагрского района. Они привезли в Москву выставку под названием «Зимняя Абхазия». Несмотря на юный возраст, дети понимают, как важно объединять усилия, когда приходит беда. Если будет нужна моя помощь, я всегда буду рада подарить или дать на аукцион свои работы, свои картины. И вот эта сумма денег, которая будет продана за мою картину, я обязательно и переведу больному ребенку. О важности таких мероприятий говорили и наши соотечественники, проживающие в Москве. Каждый из них, придя сегодня на этот концерт, внес свою маленькую лепту в дело спасения больных детей. Во-первых, хотела бы выразить благодарность организаторам, потому что на сегодняшний день жизненные ценности настолько упростились, что популярность набирают совершенно другие мероприятия, да, и когда ты видишь, что организовывается подобное мероприятие, и люди хотят помочь таким образом, да, хотя бы одному человеку, то есть ты понимаешь, что добро не умирает, добро побеждает зло. После концерта на сцену вышли учредитель фонда «Ашана» Беслан Шакая и исполнительный директор проекта «От сердца к сердцу» Эсма Хагба. Они поблагодарили руководителей и артистов ансамбля, а также зрителей. Символ проекта «Хрустальное сердце» из рук Тенгиза Кокубава приняла представитель детской студии «Яйрума» ансамбля «Шаратын» Мактина Бебия. Теперь им предстоит выполнить важную миссию и также бережно передать сердце следующему участнику. Самое главное, что человек может сделать для другого человека, для детей, это, наверное, расплатиться как-то добром. У нас есть очень много больных детишек, которые, правда, нуждаются в нашей поддержке. И я считаю, что это долг каждого помочь как-то, чем-то. Поэтому я безумно рада, что проводятся такие мероприятия, которые могут сплотить нас всех и сделать такое доброе дело. Дети показали прекрасный пример того, как каждый человек в силу своих возможностей может оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Все средства, собранные от концерта, пойдут на лечение нашего маленького соотечественника Адгура Лагвилава.